В канун праздника Наурыз одной из первых представителей региональной палаты судебных исполнителей поздравили мать 12 детей Айсулу Жалелкызы. В дом женщины они пришли не с пустыми руками. Продуктовый набор, фрукты и овощи помогут семье украсить праздничный стол. Семья многодетной матери сейчас переживает нелегкие времена и поэтому была очень рада визиту неожиданных гостей. Впрочем, благородный жест судоисполнителей не ограничился лишь вручением подарков. Был погашен административный штраф. Жалелкызы Айсулу, доход государства в размере 59 тысяч тенге. И оказана материальная помощь в виде продуктов питания. Это по поручению руководителя региональной палаты Абдыбай Мадияр Мухтаровича была проведена такая акция. Это не только мы проводим, но и все на территории города Шымкента проводят данную акцию. Услышав о нуждающихся семьях, помочь им в канун праздника сразу откликнулись руководитель палаты судебных исполнителей Мадияр Мухтарулы, а также судоисполнители Асем Есимова, Нурмахан Туранов, Абдунаби Саулибеков и Нургали Сейдбеков. Со словами благодарности хозяйка дома пригласила гостей за накрытый дастархан. Я очень обрадовалась, когда узнала, что мне оплатили долг и разблокировали счет. Куда я только не ходила, чтобы что-нибудь оплатить, мне все время говорили, мы не можем ничего снять с вашего счета, он заблокирован. Я и пособие не могла снять, везде говорят, счет арестован. Честно говоря, такие фрукты, как бананы, мы никогда не брали. Они для нас стоят очень дорого. У нас на это не хватает денег. Я знаю, например, сколько стоит один такой пакет. Минимум 1300 тенге, а то и больше. Спасибо, что есть такие добрые люди. Благотворительная акция судебных исполнителей не ограничивается только визитом в этот дом. В праздник Наурыз они планируют посетить другие нуждающиеся семьи шымкентцев и показать, что служители закона могут не только изымать долги, но и дарить подарки.